В этих залах полсотни работ разных авторов, разных лет и разных техник. Объединяет их одно – мотив зимы. Городские пейзажи, картинки из леса, уютные жилища, уют которых лишь усиливается в контрасте с суровостью погоды. К этим темам обращаются практически все живописцы. Вот эта картина Льва Костева «Жаркая печка». Это такое аллегория такая, мотив уюта, тепла, какой-то близости нам всем. То есть то, что нам близко. Другой художник наш рязанский, Виктор Леонидович Грушновицкий, видит зиму, например, в таком букете из сухоцветов. Вообще тема букета из сухих цветов и окна, она всегда очень актуальна для зимы. Здесь можно увидеть и зимние полотна Виктора Минкина, выдающегося художника, чья персональная выставка прямо сейчас открыта в выставочном зале на улице Есенина. И работы Анатолия Ларюнина. Его персональную выставку лишь недавно можно было посетить здесь же, в художественном музее. Интересно познакомиться с работами выдающегося акварелиста Александра Печатного, датированными серединой прошлого века. На многих картинах знакомые любому горожанину места, осмысленные рязанскими мастерами. Название выставки «Вихри белой красоты» – это поэтическая строчка Александра Блока. Написана она в 1906 году. Каждый из художников, обладая своим профессиональным уровнем, своим образованием, своим видением, передает вот это тонкое поэтическое очарование зимней природы. Эта выставка состоит из работ, которые хранятся в фондах музея и написаны рязанскими мастерами. В постоянной экспозиции можно увидеть картины величайших классиков. К примеру, эта «Снегурочка» принадлежит кисти Врубеля. Именно ею вдохновились сотрудники музея, и встречать посетителей на зимнюю выставку будет сошедший с полотна фольклорный образ. Этот год был особенным. Этот год нас не баловал, не жалел и порой тиранил. Этот год, как девятый вал, подступал к любимой Рязани. Полной чашей пусть будет дом, теплый свет живет за душою. Новый день приходит с добром. И с уверенностью, и с мечтою. С Новым годом, любимая Рязань! В январские праздники двери художественного музея будут открыты. Помимо действующих выставок, планируются мастер-классы и новогодние музыкальные гостиные, с расписанием которых можно ознакомиться на сайте музея. Марина Комиссарова, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».